Ребята, команда года через 2 дня, и сколько лайков вы поставите, столько денег я и задоначу на эту самую команду года. Ну и также про комментарии не забывайте. Классный комментарий, я лайкаю. Ну что, друзья, всем здорово, с вами я, снова Пандос Фиксович и Артемий Форзаризорович. Ого, опять ты? Ёлки-палки, опять ты? Снова ты? Ебучий. Сколько пиздец, мы... Живёт уже на моём канале. Бля, как пиздец, он меня раздражает, этот Форзаризор. Мерзкий, токсичный, прыщавый. Да. Даже люди в комментариях уже пишут, блядь. Не хотят, чтобы я с тобой видосы записывал. Понимаешь? А мне похуй, я хочу с тобой видосы записывать. Ну, справедливо. В общем-то, как вы поняли из названия видоса, сегодня мы будем искать кумиров. И, как вы можете заметить, пока что хороших кумиров в моем клубе не наблюдается. Да, 5 итальянцев, все неиграбельное дерьмо, по крайней мере, на данном этапе игры. Но сегодня, надеюсь, все изменится. А может, не изменится, потому что мы будем не просто как бы искать кумиров, а при этом еще их пикселить. В общем-то, ребята, правила таковы. Открываем паки и пытаемся найти у друг друга кумира. Допустим, если я нахожу у Форзяра кумира раньше, чем он, у него есть 7 попыток, чтобы найти у меня и отстрелить. А после мы будем играть в стандартную нашу игру, найти и квиксельнуть. У нас будет 7 попыток, чтобы найти этого самого кумира и квикнуть. Надеюсь, все доходчиво объяснил. Если что-то непонятно будет, походу... В целом, да, ребята, просто главный момент в том, что мы сами не будем знать, что нам выпало. Да, мы так, в общем-то, я готов открывать. Угу. Надеюсь, что это мидл гулит, опять же. Давай. И надеюсь, ты не будешь стрелять в полузащитника Голландии. Топовые нации мы будем скрывать лишь после 10 каких-то таких себе, так скажем. И, собственно, топовые нации можно только по линиям, типа атака, защита, полузащита и прочее. Я говорю, по ходу разберетесь. Так, я готов нажимать. Давай. Раз. Раз. Два. Три. С богом. Надеюсь, это не итальянец. Надеюсь, это не итальянец. Ну и перед тем, как мы продолжим, естественно, напомню о своих спонсорах, ребята. Бернли будет играть против Ливерпуля сегодня. И по закрепленному комментарию вы можете делать ставочку на этот самый матч. Или же просто воспользуйтесь моим QR-кодом. И все будет круто. А если вдруг вам нужны монеточки, PandaCoin, к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Да? Блять, я еще какой-то пак открыл. Что происходит, блять? Все, супер. Что происходит, блять, нахуй? Блядь, что, блять, мне Кент упал? Что за хуйня, блять? Чё? Прикинь, это просто ты сейчас только открыл пак с бэйби-иконой, и там Кент. И мне Кент, бля, бэйби-икон. У меня тут какие-то паки были нафармлены, видимо, я случайно открыл. Зацепил ты просто, пуля дура попала по ним. Ты первый, я первый. Давай, кто хозяин канала, тот и первый, понятно. Давай, давай, базар. Тогда я, значит, стреляю, потому что я здесь появляюсь чаще тебя. Хуярь меня, давай. Мне не страшно, у меня 5 итальянцев. У меня похую вообще. Да, не я, да не. Блять, надеюсь, это не Дания, конечно же. И открываю, и это не Дания. Фуф, как же мне повезло. Финляндия. Бэнг. Нет, тут... Джорёни. Ну окей, давай Япония. Фуф, здесь Куба. Это не Япония. Так, пусть будет Хорватия. Нет. Уэльс. Раши Гикс, ни того, ни другого не хотелось бы видеть, и я их не вижу. Швеция. Нет. Чехия. Так, у меня есть бэйби Недвида. Ну, Россия, бля, хуля. Уважаю, но ее тут нету. Давай сразу Румынию, она прям над Россией. Хаджи, пожалуйста, не надо. Спасибо, это не Хаджи. Может быть, это Шевченко? Нет. Очень жаль. Мексика. Ай, больно, может быть, блядь, да сука, он опять меня напугал. Ебаный арендованный Эрнандес. Япония? Сакай жопу, тут написано. Хорошо, это как бы... Кот-дивуар. Кот-дивуарович, смотрим, надеюсь, это не Драгба, это Пепе. Ирландия? Россия! И тут Головин только у меня тусуется. Северная Ирландия, давай. Бля, я только хотел ее сделать. Ну ладно. Северная Ирландия. Все. Оп. Мимо вообще никого нет. Шкотланд. Это не Шотландия. С одной стороны, вроде и хочется эту карточку, а с другой стороны, блядь, 7 попыток на то, чтобы ты ее квикнул. Как не знаю, блядь. А ты не будь пусим. Да, ложим. Так, пусть будет Чехия. Чехию ты тоже не смотрел. Так, Украина. Насколько я знаю, там Бэби Шевченко по статам круче, чем Мидл даже, поэтому... Если Шевченко, то Бэби. Нет, тут Марлос и Зинченко. Кот-дивуар, давай. Блин, а я забыл. Пишется. Иворик что-то там. Айвори Коуст, да. Иворик там какой-то. Также не забывайте про мой промокод Пандос, он очень классный. Пошли топ-9. Иворика нет, да? Иворика нет. Проверь, пожалуйста, Голландию полузащиту. Иди нахуй, блядь. Какая мразь, блядь. Блядь, если это гулит, это будет очень больно.
Я не буду Quixel гулить, а мне похуй, этот ролик не выйдет, но я не Quixel гулит. На секунду я чуть не обосрался, да. Так, проверь, пожалуйста, Португалия нападение, блядь. Вдруг это у Себи. Нет, да мне не может, блядь, не может. Ладно, Португалия. Да, да. Португалия нападение. Бэнь! Нет, нету. Проверь просто Голландию нападение. Ой, бля. Так. По больному, да? То есть ты мне кровь ожелаешь, да? Чтобы я крикнул. Я просто для себя закрою вопрос. Алло. Ну тут есть голландец один. Давай я пока не буду говорить тебе, кто здесь. Но у тебя сейчас получается 7 попыток. Я потому что я угадал? Я попал? Ну, получается, да. Голландия, полузащитник. Голландия, мидфилдер. Бля, тут Робин, ебать, у него похожая карточка. Раз. Голландия, форвард. Голландия, форвард. Тут Депай. Два. Так, Бразилия, форвард. Блять, мразь. Бразилия, форвард. Блять, нет. Так, Франция, полузащитник. Давай. По больным местам всем пошел. Блять, нет. Меня даже расстраивает то, что типа именно их тут нет. Так, сколько у меня там еще? Ну еще три. Франция, ЦЗ. Нет. Давай, Аргентина, полузащита. Нет. Давай, я последний, сейчас... брат, последний выстрел. Последний, последний. Атаку Францию? Угу. Нет, бля, ну у меня там только это получается хуета ебаная. Так, ну давай я, наверное, зачищу тогда все топ-нации у себя. Да, поехали. Лично. Аргентина, форвард. Мимо. Бразилия, мидфилдер. Ебать. Чё? Здрасте, нахуй. Кто тебе упал? Какая? Нет. Сократес? Сократес. Какой? Блин, быстро я его нашел. Бля, бейби, сука. Ну, блядь, ну, нет, ну, конечно, если бы это был мидл Сократеса, я, ну, ясен пень, был бы более доволен. И у меня сейчас есть 7 попыток на то, чтобы уебать твою икону. Ты мне скажешь, кто, или мне сначала 7 раз выстрелить в 4-1-2-1-2? Давай ты сначала выстрелишь. Давай, потом... хорошо, договорились. Окей. Так, я его поставил. Угу, хорошо. ПЗ. Мимо. ЛЗ. Мимо. Голкипер. Ты попал. Я хотел зачистить просто весь низ, плюс опорник, плюс цапник. Ну как ты думаешь, кто мне здесь упал? Ну честно, я думаю, что это Овермарс. Нет. Ван Бастен, может быть. Нет. Клюверт. Нет. Ван Нистелрой. Нет. Берком. Нет. Мне упал кровь, блядь, поздравляю, нахуй. Ну, что предлагаешь делать? Я предлагаю тебе посидеть, посмотреть на него, я пойду пока водички налью. Блядь, ты такая мразь, блядь. Просто ебаная мразь, блядь. Мне упал кровь, впервые в жизни мне повезло. Бля, в этих ебаных паках. Я согласен, чтобы ты сохранил Кройфа, но при условии, что ты квиксельнешь всех остальных икон, которые лежат у тебя в составе. Да не... Это хуйня какая-то. Ну, типа, блядь, пацаны не поймут, скажут, что засал вот это. Не, в смысле, я тебе предложил тоже жесткую альтернативу. Да, блядь, ну там все иконы говно, блядь. Ну, типа, люди в комментариях будут писать, что я очканул. Ладно, ребята. Мы такой же ролик, кстати, записали к Форзе. Можете перейти посмотреть, порадоваться. Может огорчиться, не знаю, спойлерить не буду, блядь. Все в пизду, короче, ебало эти рубрики, блядь. Спасибо, Форзе, что залетел. Респект всем мира, скоро команда года, и я запущу стрим в честь этой команды года. Кстати, я уже донатить начал, посмотрите, у меня уже на аккаунте 24 тысячи фапоинтов, поэтому вот, увидимся где-нибудь на Твиче, на моей любимой платформе. Я понял. Это будет последний стрим на Твиче, потому что, зная тебя, ты улетишь потом. Не, я вообще молчать просто буду, микро отключу просто. А прикинь, выйдут, короче, эти самые обновления, что типа, а, нельзя молчать на стриме. Ты должен обязательно разговаривать. А если вы молчите на стримах, это бан 30 дней. Все, ребята, такой видеоролик. Спасибо, Форза, что прилетел. Спасибо. Все, ну все, погнал. Ребята, я не знаю, насколько хорошо я сейчас отыграл роль того человека, который теряет Кройфа, но я вроде как справился. Форзиар вроде как поверил. Но смотря на эту ситуацию,
Я, конечно, в ахуе. Смотрите, сколько гарантированных легенд я открыл. И по сути, ну, здесь только одна играбельная карточка на данном этапе игры. Это Блан. Который, если честно, мне не очень понравился. Все остальное это просто помойка. Кто-то скажет, блядь, Замброта хороший, но у меня на его место есть тысяча других футболистов, которые играют круче него. Тот же Клайбер, тот же Беллерин, Микуели, как бы, Аталь. Каждый ебаный пак это какая-то ебаная помойка, блядь. При всем уважении, опять же, к этим футболистам, которые в реальной жизни играли круто, все такое, но в FIFA это просто какой-то кал ебаный. Какая хуевая карточка, ребята. У него даже талантов нет, чтобы вы понимали. У легенды, у кумира Ван Нистелроя нет, блядь, никаких талантов. Все, отправляю его с БЧ. Прощай. Очень грустно, вообще пиздец. Блять, хорошо, что я не видел эту анимацию. Ну, прикиньте, пак открывается, вы видите Голландию, и все, вы такие, о, гулит кровь, ой. Это Ван Нистелрой. Я вот, блять, даже не знаю, блять, отправился у меня Ван Нистелрой, бля, в СБЧ или нет. Вот что, в чем, блять, проблема? Я просто хочу, блять, отправить ебаное СБЧ, блять. Просто ебаное СБЧ, блять. Какая нахуй проверка составов? Блять, мое очко сейчас сгорит нахуй, блять, от этой игры ебаной. Я не знаю, как отвечать. Да иди в пизду тоже, блять, мразь, блять, Сири.